Здравствуйте, друзья! Лето подходит к концу, и я думаю, у вас, как и у меня, остается очень-очень много разных огурцов, нестандартных, которые уже переросли или которые не входят в банки, а возможно, вы уже все законсервировали и их просто некуда девать. Предлагаю вам приготовить огурчики на зимние салаты, винегреты и рассольники. Делается это очень просто, без всяких лишних специй и трав. И, кстати, не важно, если огурчики горчат, в маринованном виде они горчить уже не будут. Поэтому огурчики подготавливаем, промываем, обрезаем хвостики и нарезаем их на кубики по 1 сантиметру. Если у вас есть специальное приспособление, это, конечно же, приветствуется. Но у меня вот нет, я нарезала все вручную. Размер у меня сантиметр на сантиметр. Вы можете нарезать таким размером, каким вы любите делать для салатов. Если вы хотите сделать сразу для рассольников, нарежьте полосками. Здесь у меня 5 килограмм порезанных огурчиков. На 5 килограмм мне понадобится 2 столовые ложки соли с небольшой горкой. Соль я беру обычную, экстру. Можно, конечно, взять и каменную соль, но в отличие от каменной, эта соль идеально чистая. Главное, не берите иодированную. Сахара нам понадобится 5 столовых ложек с небольшой горочкой. Ну и, естественно, 9% уксус 100 мл. В порезанные огурчики добавляем соль. В каждом тазу у меня по 2,5 кг, поэтому я добавляю 1 столовую ложку с небольшой горкой. Сюда и сюда. Дальше добавляю сахар по 2,5 ложки на каждый тазик, тоже с небольшой горочкой. Перемешала огурчики, они немножечко дали сок. Я добавляю сюда по 50 мл уксуса 9%. В общей сложности 100 мл на 5 кг. Еще раз промешаю как следует ложкой и оставлю постоять на пару часов, чтобы огурцы дали сок. Баночки необходимо простерилизовать. Я их промываю, ставлю в микроволновку на 2 минуты. Этого достаточно. А крышки кипячу в кастрюле в течение 5 минут. Огурчики у меня простояли 2,5 часа. Смотрите, сколько появилось сока. Именно сока. Поэтому больше сюда, конечно же, никакой воды мы не добавляем. Сока и так достаточно. Кстати, если вы очень заняты или заготавливаете много, можно все сложить в большую эмалированную кастрюлю и оставить в холодильнике до утра мариноваться. Рецепт от этого не пострадает. Теперь перекладываем наши огурчики в кастрюлю или в таз, в чем вам будет удобно готовить. Ставим на большой огонь, помешиваем. Смотрите, огурчики начинают булькать и менять цвет. Некоторые еще ярко-зеленые, но половина уже оливкового цвета. Как только все огурцы станут оливковые и будет продолжаться такое небольшое кипение, значит, огурцы готовы к расфасовке. Выключаем конфорку, но кастрюлю не убираем с огня. Очень важно расфасовать прямо кипящими. Переворачиваем и ставим на полотенце. Вот такие огурчики для салатов, винегретов и рассольника на зиму у нас с вами получились. Обязательно приготовьте. Зима, как говорится, съест все и скажет спасибо. Готовьте с удовольствием. До новых встреч. Храню я такие огурчики прямо в шкафу в квартире. Если у вас есть погреб, конечно же, это приветствуется. На выходе у меня получилось 9 баночек по пол-литра.